В Мали при взрыве погибли 3 миротворца ООН. Еще 5 миротворцев получили ранения. На севере Мали между городами Анифис и Гао в результате взрыва погибли 3 военнослужащих миротворческих сил ООН. Об этом говорится в заявлении миссии по поддержанию мира в Западной Африке, передает Reuters. Сообщается, что в результате срабатывания взрывного устройства погибли 3 миротворца, еще 5 получили ранения. Также сообщается, что миротворцы сопровождали конвой. На данный момент организация не сообщила о национальности погибших военных. Ранее в пустыне на севере Мали потерпел крушение немецкий вертолет типа Еврокоптер Тайгер, входящий в состав миротворческой миссии ООН. На его борту находилось 2 человека. По материалам сайта News.com.